Куда ты ушел? Давай вернулся обратно. Ликета, тебе постоянно дамаг идет от тотема, если ты так стоишь, да? Блин, мы в прошлый раз Ну и убивали тогда всех. вот, пусть так и хили тогда. Второй холик его просто хили через частицу и все. А чтобы он сам не сдох от какого-нибудь вихря, типа того. Ну, он стоит, захиливает микстурку, ну, соответственно, получает дамаг от тотема, чтобы хилить меня. Холику надо так стать, чтобы от дура не получать урон, и все, и стоять хилить вайда и этого. Если что, кому-нибудь шок там отдать резкий, да и все. Чек на готовность. А чё, кулак будет повар мне? Бафаемся, бафаемся, ребят. Почему? А Арчис тут? Частицу кинем где-то и попробуем 12 сетов закилить. Проходит по нему хил или нет? Сейчас. Стой, стой, стой. Не, не проходит. Стань ближе. Теперь проходит вот тут. Меточку поставь ему 3D-шную просто. Так, а если тут ему... не достает. Если ему... Это Войт может стать вот здесь, например. Ну да. Но, слушайте, это прикол в том, что... Да, типа, захил цели, которую я делаю, типа, передается уже. То есть эта цель должна находиться там на расстоянии 60 метров. Смотрите, босс Вайда кидает какую-то тоже байду, я не знаю. Это Вайда идет от агро. Кто первый в омане, на того кидает. И помимо этого еще он кастует огненный шар, по-моему, если я не ошибаюсь. О, огненная в этот... Звезда, короче, блядь. Господи, встаньте вот сейчас так, чтобы он хилил и Войда, и Маликета. Вот встаньте, вот Войд, встань сюда как-нибудь, Войд, чтобы хилить вот сейчас Войда. Сейчас не достает. Ну вот смотри, Войд босса сюда поставил. Я тут не достаю. Да, Войд а сюда босса вот сюда поставил. Встань. Ты вот сюда поставь. Нет, там его заденет. Вот сюда можешь встать спокойно. Захилишь? Войд, встань наверх. Захилишь ты отсюда его? Вот, вот здесь вот, где квадратик. Не надо подходить к боссу, Арчис, близко, потому что тебя шотнет огненной звездой. А, нет, я не понял. Я достаю, нужно, чтобы Войд подошел ближе. Типа, расстояние от Войда к Маликету большое и не достает. Вот сюда встань. Ставь босса сюда. Маликет где там, ага. О, тут достает, да. Ну смотри, тебе надо так встать, чтобы тебя не доставал тотем. То есть где-то тебе примерно надо будет стоять. Я могу встать тут. То есть вопрос в том, где станет Войд. Ну вот тут Войд встанешь, чтобы тебя прохиливали, да и все. Главное, Арчис урон не получай от этой чувихи, и все, встань так, чтобы хилить тупо двоих и не отвлекаться, что по тебе летит дамаг. Хорошо, то есть вообще рейд можно забить, да? Ну, как бы, чтобы по тебе урон не летел. Ты можешь кого-нибудь подхилить, но встань так, чтобы по тебе не улетел урон от черепа, вот и все. Угу. Да, Войд... Ну, попробуй, я тут первый раз, я попробую, хорошо. Войд, если что, босса просто уйдешь на какую-нибудь сторону, например, вот сюда, чтобы он тебя этот, не трогал. Все пойдут в крест. То есть свичнешься сторонами, да и все. Проблемы в этом нет.
определить. Чек давайте на готовность, проверим, все ли здесь, потому что, блядь, время не ограничено. Все готовы? Отлично. Отдайте ко мне... вот она. Отчет на пол. Геру дали? Отлично. Моба забирайте сразу. Жимку красавчик. Бьем. Прохил рейда, никто не должен упасть. Прохил, 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 прохил. Алиса, назад вернись. Прохил. Прохил рейда. Пан умер. Сколько хп у вас? Длям. А, 5%. 4. Угу, отлично. Прохил рейда. Никто бы не больше никого не положите. Тогда будет. О, Маликет, смотри, нам не реверсный сруб. Быстрее. Снесли? Как снесете? Как снесете? Да. Маша, пана, Бэль. Прохильте меня. Маликета на фул захиливай. Прохил рейда. Блять. Я лег. Захватите крест. Крест, Алиса, перехвати и ставь в крест. Прохил рейда. Лопасос. Да, я залил его. Его убило сразу, как залил. Меня поверни, пожалуйста. О, я сдох. Лиса, что ты творишь? Мне сказали забрать моба. Забрать моба, поставить метку и не завести в палатку. Ну, меня откинуло, блядь. Раскат, он откидывает просто. Алисе, она поэтому ее и кидала. Ей говорили, типа, вернуться. Ее и кидала. А почему я в прошлый раз танчил возле этого ебаного горна? Почему вы поменяли метки? На? Для этого я и танчил там, чтобы не откидывала она. Должен спараскат приходить. Да, кстати, мастер, ты этого пэта, что ли, танчил, лол? Да, и пэта танчил. Алиса, ты прям далеко ушла. Да, да я пыталась нормально встать, меня отшвыривают, пытаюсь нормально встать. Да не, из-за текстуры тебя просто не успели отхилить, вот и все. Да меня шотнуло, блядь. А если сделать в 3 танка? Ты чё? Ну, блядь, я же держал крест и звезду, блядь, в соло, ёбану. Чё было-то? Помнишь, сдох ты или Маликет? Сдох я, потому что сильно шаман по мне прошивал. Это я всё понимаю, Тём, а когда заливать будем и, ну, звезду или крест? Ребят, прикол хотите? Вон хранительница глубин лежит, видишь, где череп, и в ней лут есть.
Дисконнект. Ну, рога попробуй. А? Там, дисконнект. Там монетки лежат. Чем уж отлагает опять? Не, просто вот тогда, помнишь, что когда отлагает, мы... я под боссами стою. Этот, как, звезду, потом крест били, потом череп, соответственно, сливали в босса. Мы шли в три танка, когда мы убивали звезду первую. Соответственно, когда тотемы багались чумой. Соответственно, я стоял один на двоих боссов. Тогда холи-палы и все хилы могли хилить танка вдвоем. Ну, в чем проблема? Будет не брать рейнджу и не беспокоиться от этим, об тотемах. Два холи-пала будут захиливать меня, соответственно, захиливать рейнджу. Я не понимаю, почему вы шансунга не хотите спекнуть в хила? У нас ДПСа до жопы, у нас ДПСа больше. Ну, а у бычьей головы холи спек. Почему вы вот уперлись там 6 хилов за шкор? Почему за шкор? Мы в прошлый раз убивали в 6 хилов. И в 4 танка. Я не знаю, что вы тактику меняете вообще. Я тоже не понимаю. Ну, ладно, как хотите, так сносить. Да бой долгий, я думаю, Геру в пол надо откатиться один. Стой. Ну. Хорошо. Я у вас спросил, как вы убивали в прошлый раз? Где стояли метки на? Вы мне что сказали? Правильно. Я вчера пытался объяснить. Мне дали мут и кикнули с рейда. Мне хватило. Ну, а ты сегодня пытался объяснить? Нет. Мне вчера хватило, чтобы сегодня не объяснять. Ну, вот правильно. А потом будем выебываться в Дисна. Почему мы тактику поменяли, блин? Почему мы это делаем? Почему там откидывают? Почему то да. И прочее, блин? Я вас сделал. Как вы убивали? Вы что, блядь? Мне сказали, да, как просто. Убивали, я команду. В чем проблема? Да сейчас все нормально, ты видишь? Проблема была, что сдох ты, Тёма, и все. Мы убили нормально чувиху, пошли на тотемщика, сдох ты, да, все. Сейчас спекнем шансунга в ДЦ, бычья голова, спекнем в холи приста. Будем идти в 6 хилов. Со вчера падал либо Маликет, либо Алиса, либо Мастер. Я предлагаю один паладин чисто на тот, который дротик кидает на комбосе. Сейчас шестью хилами будет, так и будет. То есть два паладина, на один на тотемщике, второй на ханте, все. А четыре хилят рейд, как хотят. Кирилл, бросьте на двух танках, а остальные рейд, все три дотчика, которые... Или не знаю. И говорю сразу принципиально, моба Ханта я брать на себя не буду забирать, потому что Хант он и так сильно шьет. То есть по 4к еще сверху получать, ну извините, у меня не 150 кхп. С руки подхода посадка. Давайте драться. Короче, старый скажешь, когда бомжей, Антоха скажет, когда за нас. Микстурка, где босса-то говорили ставить? Геру. Ты чё, бить его сейчас хочешь? Ну, а мы его мультидоты близко подвёл, близко, подальше. Ложитесь. Дед, вы рофлите? Вы рофлите? Блять, нас он шотнул вообще. Повел рядом к рядом с боссом, а не туда, где мы договорились. Который ставит босс, бьет только в один танк.
То есть, когда ставит тотем босс, никто у него не свечится, просто забиваем хуй. Для твоей. Пытаться, блядь, к скале ебучей или чё? Даю. Баба, 5 лямов скоро добьем. Царь, гимн на ману. Максимально к правой стенке прижимаем. Сейчас сливаем тотем. Больше тотем. Второй тотем. Ну почему на нем нету, блядь, красноязычных? Как же он бьет не по всем целям? Он 3-4. Все, на остальные тотемы забили. Все, играем самого босса. 40 секунд этот. Эвенар упал. Дайте Бертон. Второй танк забирает и в угол. Я забираю. Шансун гимна ману. Только пета не могу забрать. Она пета поддержит. Что мы решили? Мы будем этого босса добивать, нет? Да, да. Все хорошо. Потом 7 секунд. Маленький туин. По тотему заехали. Красноязычие. Да не бьет огненный по всем, вон, пришарали птицу. Добиваем больше. До 5% его доводите или бьете? Полностью убиваю. Уже спрашиваю. Желание гимнаману. А босс уже не должен быть с компом или нет? Не надо ничего. Войт, попроси, пожалуйста, чувана кинуть на мучачу рейд. У Чулана Кадена. У него Каден писал. Может, Геру зонта дадим? Нет, а? Давайте Геру. Бомжей первых. Я дам. Прожали станки Берса. Турбо, дай копии, если есть. Дикость, дай копии, если есть. Все нормально. Войт отдал. Доктор, гимна. Т4 надо. А давай. Сейчас под не берсу. Надо. Не сейчас под берсу, я скажу куда. Ну уже отдал. Давай. Под берсом. Так, еще давайте змей. Лена, подними. Еще есть что-то под это? Кокс. Только что шар отдал. Царь гимнаманы. Да я уж отдавал. Бомжей, дайте скобе. Виби. Вика, подними, пожалуйста. Дайте какой-нибудь дефчик. После жмула, после... Вот давайте БР-магу. Прямо сейчас БР-магу. Босса в центре. 5 минут до берсы. Таргет, который, в который босс кидает, таргет прохил. Играем только по боссу. Поднимите, пожалуйста, турбо, чуван. Дистанцию надо? Он не в дисе, напишите ему.
Тоха, дистанцию надо держать? Да-да-да. Отошли, Мерики. Косноязычие, держите на бойсе, пожалуйста. Отошли, отошли, Мерики, блядь. Бьём. Мы забиваем турбо фулбаф, да? Ничего, бьем только босса. Отошли, Мелики. Отошли, Мелики же. Там Т4. Я тебе могу прям сейчас тайм-кодом скинуть, где я ставил, блядь, где метки все показаны. Ну, давай. У Вайда даже посмотреть на видео, блядь, шанс на где-то тайм-коды. Хорошо, я посмотрел у Вайда на видео. Все трое, он ведет шамана в угол, и он даже не разворачивает. Вы череп бьете не там. Череп бился, нахуй, возле этого, блядь, как его, нахуй? Возле туннеля во входе, нахуй. Босс стоял тоже возле этого, чтобы РДДшники мультидокили, нахуй. Еще и босса в это время. А кто вызывает вихри? Можно вопрос? Тихо, точнее. Сам босс. Сам босс. Ну просто вот от него... Вихри вызывает баба. Как мы убиваем бабу? Значит, надо ее заливать в первую очередь. А мы как-то... Видишь, вот мы разбредались. Я, царь, там, турбо, грубо говоря, от нее более-менее. А кто остальные ловит вихрей, он остается без маны, соответственно. И реально поверить. Дум, вообще не говори, ты вообще бред несешь, сейчас все нормально. Все, братан, скинул все, с тайм-кодом, да. На пчелку? На ранжу наберите. Стоим все в одной куче, ловим, блин, этот вихрь. Значит, дальше. Стоп, я только анонсу эти. Гимны и БР. Хорошо, значит, дальше, ну, также сливаем все метки. По поводу тотемов. Тотем, который ставит босс, сам череп, то есть тотем, который ставит шаман, бьет по всем игрокам в зоне 45 метров. Тотем, который ставит босс, бьет только в один раз. То есть, когда ставит тотем босс, никто у него не свечится, просто забиваем хуй. Продолжаем играть только босс. Продолжаем играть только босс. Или это уже второй диск? Ну, все остальное изи, как бы на ханте вам уже. Изи, анонси. По тайм-коду. На, это что за метка? Туда. Я хила, походу. Там Холли Пол стоял. У вас два Холли Пола было? По рейду, блядь. У Вайда никуда не видно, блядь. Два я вижу, Маринета. Да, и Мучачо. 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 5 хилов и 1 ДЦшник. Теперь смотри на миникарту, где стоят холипалы. Ребят, другой вопрос. Почему мы проф, а не трайл стрелка? Времени. Север входа недоступен. А босс стоял же там же? Где стоит? О. Нет, он стоял возле колонны, напротив звезды, на... сбоку. Угу, я понял. На второй колонне, но немножко дальше, так, чтобы этот не засыпал рейд. Рейд стоял между колоннами, бегали, рассредоточивались, чтобы вихри все не ловить. Первое, мы убиваем звезду, чтобы он не кидал хилы,
и заморозка, чтобы было только у босса. Его лучше заливать первым. А если мы убьем ханта, то у босса появится Инрагана. Если холипал будет стоять нормально, то у него мана никогда не сожжется. Ну вон, на миникарте видно, как стоят два холипала, прям видно. Никто из них дымак не ловит, ловит только танки. У вас что, уже запустило? Не знаю, кто хилил тогда микстурыча, которого держал он босса в углу, я хз. Остальные три хила хилили рейд, двух танков, когда били бабу. Меня тогда Лачдан держал, по-моему. Вот, то есть Юки, Эрдру и Лачдан хилили 22 человека и два танка еще. Ну, нет, никто не сдох. Был еще ДЦшник, ты не забываешь. Шестой. Какой ДЦшник? Я не вижу ДЦшника. Был ДЦшник. Какой? Нет. Доктор Кокс. Доктор Кокс. Доктора Кокса там нету, нахуй. Нету здесь доктора Кокса. Терпеть. Лачдан, Юки, Мастер, Мучачер и какой-то Эрдру от Силия. Сунг, 10 место, урон. 10 по ДПС. Сар, обезьян, ДПС. Перепунг вам сюда не ставь. Было там 6 хилов, было 5. Будете его дотами кидать или... Чего нам не хватает по факту? Артем, пожалуйста, как мы первый раз залили? Первый раз мы заливали, потому что тотемы были баганы. Сейчас мы заливали, потому что... Этот, нормальная расстановка, но не суть. Суть в другом, мы тотемы даже забивали. Правильно ты не видишь здесь доктора Кокса, потому что походу кто-то ливнул с рейда и забагались фреймы. Вот смотри, первая пати, две уморы, ё-моё. Пролистай дальше, и после килла ты увидишь доктора Кокса. Там бьете уже на редиске? Да нет, ничего нет, мы не бьем, мы вайпаемся. Короче, факт в другом, суть точнее. Фласки мы... Топовые, все то же самое, господи, 6 хилов, 2 холипала. Значит, будем 6 хилов бить. Мне только нужно задум еще один ДДшник. Сейчас захожу, что-то да. Мне вообще долго помнит. Мы даже тотемы сливали. Мы в какой-то момент сливали их мастер, мы потом забили болт, как я понял, да? Мы болт уже залили на этом, на боссе самом. Я это имею в виду, что забили в какой-то момент болт на это. Умора тогда говорил, забейте на тотемы, это все должно типа захиливать. Босса добивали на фул. На тотем босса забивают, потому что он его ставит через 3 секунды и обновляет. Смысла его бить нету на боссе. Там не 3 секунды, там немного больше. Ну 3, 4, 5. Так, выкидывает меня. Ладно, можно еще вопрос? Вы хоть селедку эту сливали после, ну, когда били босса? Да. Ой, извините. Ханта убивали под Герой. Лидера дай, Дим. Доходим. Засуманим босс. Релогнись, просите. Снимай ошибку. Надо подождать. Через этот, как его? Через сайт. Фулшар сейчас подойдет. Меня выкинуло, нахуй. Посмотрим, если такая хрень будет продолжаться, просто закончу. Если не найдем сейчас дела, давайте пойдем и убьем волноступа, и все, и не будем париться пока. Париться нахуй, волноступ что, блин? Это тоже хуйня. А это изи босс, там нечего вообще даже думать. Да блять!
Сарик, где ты там? Кто там бежит? Где там? Давай быстрее. Да я сейчас диван кину, куда ты убегаешь? А, да я тебя резну бы потом. Нам нет комбата, нету. Теперь есть. Молодец, теперь кидай. Кидай, кидай, кидай диван. А то, видишь, просто лошарик. А, да, да. Давай, резай быстрее уже. Он уступа падает без своей спины на Армсона. Можем волноступа? И на ФДК. Не, да. Давайте убьем этого. Без этого босса тут ловить нехуй. Убьем эту селедку сраную, как били в прошлый раз. То есть два хулипала, по мини-карте все понятно. Вообще все понятно, как били. Сдохли двое. Турбо и Виби от этого. От копья. И все. Ну 10 минут просто не будет он смазан. Читер, что ли? Не забывай, у нас еще на ОДДшника нет. Че? У нас не ДДшника нет, у нас нет ДЦшника. Нет ДЦ. Либо меня спек и фила, ищи ДДшника, и этот бывший будет. Да нахрен мне твоя хрень. А кто еще линул? Эльрей, ему надо уходить. Вернется через полтора часа. Или через час. Шок, сколько тебе до третий кат? Он сказал до конца. Числа 25-го, 30-го будет уже. Донать. Так поставки и не так покупают. Не открыть нахуй. Не пишет, вы не состоите. У меня скоро вторая ката будет. Отлично. А вторая ката вообще плохо. Ой, блядь. У меня плохие новости, по-моему, весь инс леснул страж. Нет? Ну, сейчас, ну, один вон этот есть. Я не знаю, загрится он, не загрится, вот плохо, пошли. Проходим, только аккуратно, не агрим. Поглянем там. Возле босса-то нет. 2 часа на инст. Опа. Скрыть меня сагрились. Кто рыбу ловил? Я. Там, по-моему, там Войт ходил. Ну, молодцы, чё. Молодец. А чё он делает? Что? А ничего, всё хорошо. Он убивает водяной стрелой. Всех, что ли? Конечно. Да. Кто зашёл бы? В смысле, он разве не удочка агрится? Он агрится удочкой, кто-то выловил. На ком очи? Я войди. На войди. Ну вот, в следующий раз не балуйся. Это братишка. Я думаю, что-то... Тёма! Кто-то у меня и украл. Какой-то странный водоем, я такой, давай рыбачить. Офигеть. Ты водяного кубидона сагрил, видишь, всех стрелой агрит. Чё, словил рыбку? А, кстати, с него трини топовая на хила падает. Тактику на него кто не знает? А он, по-моему, как манекен, только откидывает. Ну, а прислужников бить как собираешься? Да, на островок надо бегать. Какая-то ну, такая ладно, на островке там РДДшники будут. Ну, фиг с ним, если выдержат, я не знаю. Не помню, сколько играл на БК, не помню, как мы его убивали. Но помню, что на островке точно тусили. Ну, я смотрел, как бы, с Асгарда эти, скажи, стримы. Там, походу, дело гир решает, потому что он кого стреляет, шотает сразу. Там надо позиционку держать хорошую. Стреляет рандомно. Не рандомно. Стреляет танка. То, что он сейчас рандомно стрелял, потому что никого не было вблизи.
Еще, блядь, трэш сагрипит. Еще раз, ребят, это стрела, если рядом с ним никто не стоит. Читайте скилл, пожалуйста. Если он не может атаковать в ближнем бою, он начинает юзать вот эту вот херню. Сейчас резну. Биби, не надо мацвет. Ух, блядь. Бессмертные, сука. Включили нахуй, когда я прыгал, да? Виби, красавчик, тоже банками закупился. Точнее, затарился. Ну так я с Дэвика оставляю. Их дохренище. За раз разве не был на 25 темно? Может быть, может я ошибаюсь. По-моему, за раз на 25 был у нас. Уже 25-ки, да? Я не помню, это было очень давно, сказать честно. Санвилл, насколько я помню, вроде в 40 было, либо 25. Не, если все были 25, значит все 25-ки. Стойте, это точно. Стойте, я все БК рейды были 25. Точно. 40, да. Да. Ну, ладно. А, Каражан был на 10. Каражан это БКшный. Ой, не БКшный, да. А этот. БКшный. Классик. БКшный. Горожан это классик. Нет, Горожан не классик. БКшный. Угу. Горожан это БК, на классике не было его. Классика это от Т одного. Лен, полежи сейчас за сумой. Да, сейчас засмотрю. Ёпта, не... Подсос рыбак, блядь. Чё, он еще нахуй этого, блядь. Я в Долоране стою, наркоманы. Что? Да я тебе про Карла Масло, блядь. А, это не я, это надо будет людям начислить. Я сам начислю. Лежит. Это спонсоры, да. Я в определенные моменты просто буду распределять эту и давать им ЕП. Или вот будет так, неважно. Разница. Мне скидывают. Вот и все. Я тебя понял. Че ж мне пишешь, что я в гильдии не состою? Тебе просто когда выбросил, а тебя быстро кикнули, то и все. Ага. Над головой пишет Dungeon Try просто так нахуй. Не, ну это уже баг просто. Так мы что-нибудь по тактике меняем? Где расстановка на так? На тебе ассист. Давай расстановку вставляй. Ой, сука, надо релогать. Релогать?
Как мы без одного, да, пойдем? В смысле? Ну, 24 или больше. Сейчас смотрю, кого можно забрать. Видишь, Фаршок не хочет седонить. Третью хату прям сейчас. Сейчас подонок! Мерзай! Напиши админу, можно кристаллы купить. Напиши ему сумму, ну точнее этот, как его, сколько кристаллов и сумму. Вдруг прокатит. Ну чё, на видосе Холик один вот здесь стоит. Хилит тотемщика. Это который... Не помню, за ролик, да, где он. Стоит где-то вот здесь. Хилит этого чебурека, ну, ханта. И все, они вот прям рядышком стоят. Рейд вон там, где звезда. Босс вон в том углу, в дальнем, куда бегу. Но... И падал только два человека. Это Турбо и Виби. От этого, от копья, от хантовского. 6 хилов. Ну вот, нам нужен 6 хил. Или жесткий ДДР, ДДР. Тут вообще нет смысла давать ВР на фазе, когда у вас... Ведьма не убита еще. Там, когда ханта так идем добивать, он трезубец кидает. А, ты хочешь, чтобы этот, как его, после того, как ханта начнем бить? Веру после... даем именно на ханта. Короче, если у нас в рейде два бэра, и кто-то падает до того, пока мы начинаем бить ханта... Мастер, нет, он... Гера была на бабе. Потому что на войде она была, когда он вел ее, даже на видосе, Гера была на войде тотемщика. Где на нем была? Это не тот видосик. Крест, когда мы заливали, тогда Гера давалась, когда мы убивали его. Гера давалась, возможно, второй раз тем, кто падал, нет? Нет. Бабы надо слить, сам понимаешь, быстрее. Она заебет этими вихрями очень долго и упорно. Да ну, этот там прожимки будет, ничего сложного. А, нет, да, Гера давалась пула. С пула давалась, я вспомнил. Что если она откатит кого-то повернуть, ее можно еще раз дать. Ну она не откатит, тут берса быстрее ее. Берса 10. Имею в виду, сам скилл откатит для людей, кого резнут, чтобы им дать Геру. Ну не надо умирать. Там как частица работает? Вот ты повешал частицу, допустим, на танка и... Хилишь себя, и все. Не, подожди, я хочу вот что сказать. Вот стоит танк, на 60 метров от него встает челик, на котором нет частицы. А хулипал от этого челика встает еще на 30 метров. Понял. Если он будет хилить этого челика без частицы, я сейчас спрошу. Тот челик с частицей будет хилиться. Это все в РНЖ надо проверять, Войт. Вот, давай проверим. Нет, он нахуй идет, потому что у него не закрыто, блядь. За вулкана. Вот, пикай его. Где ты, чулан? Есть какой-то хулипал тут? Че ты хочешь проверить именно? Зачистить? Мрачная панда? Или че? Да, кикай его. У него не закрыто за вулкана. Я-то пати кинул, иди. Потом спросил. Смотри, иди сюда, Маликит. Иди сюда. Вот смотри, я вот стану тут. Сейчас, чулан, отбеги от меня на 55 метров. Вот сейчас ты сколько стоишь метров от меня? У меня просто дона нет такого. Ну, примерно 50, наверное. Вот, смотри, давай на меня плюс частицу. Минус.
теперь убегай, маленький, за чулана, туда на ступеньки убеги и попробуй похилить чулана. Будет ли по мне отхил отходить? Вот хотя бы тут. Нет отхила по мне. Значит, мне надо к тебе 60 метров. Ну, давай ближе встань. Да ну, нет, это Маликиту надо стоять от частицы 60 метров. Да, Маликиту надо, самому хилу. Вот сюда, в череп, встань, Маликит. Лопасос, иди на максимальный рейндж хила его вот сюда. Викет, иди, встань в череп. Здесь достаешь челана? Частица-то на мне висит. Нет, все-таки чела, видишь, что чулана надо стоять в радиусе 60 метров. Себя хильни. Нет, оттуда не достает. А в себя кастани. Вот себя кастуешь, меня хилит. Сейчас хилит? Да. Да. Короче, как же он делал-то? Ну, от холипала это трейд считает. Холик стоял вот здесь один. Да. Видосик, который последний скинули. Вот, где, вот здесь он прям стоял. Да. Второй Холик стоял вот здесь, где-то вот рядом стоял и хилил. Который босса танчит. Вот где стоит Маликет, там плюс-минус. Стоял другой Холипал, хилил крестик Хантовский. Да. И все, остальные четыре стояли на рейде. Точнее, нет. Который здесь стоял, он хилил через частицу шамана, а и МТшника подхиливали хилы, которые стояли на рейде, потому что МТшник стоял рядом, вот это вот, где квадрат у нас, и все. Вы сейчас квадратное колесо опять придумываете. Я сижу, слушаю, это вообще бред. Вот эти вот рейнджи... Нет, мы, царь, мы про другое, нет, ты забей. Ты не понял, забей. Царь, второй холипал стоял вроде в луне. Вот они стояли примерно, один холипал примерно здесь стоял, второй холипал примерно здесь стоял. Они стояли на том рейдже, чтобы частица доставала до танков, которые танчат Романа и которые танчат Ханта. Все, больше ничего не было. МТшник основным боссом. Как он хилил крест, ты мне скажи, если он тут стоял? На себя прохилил, да и все. В смысле, себя прохиливал. Да, хилишь, частица хилит танка, чего? Она вот, хилит вот, через колонну? Да. Или вот здесь, а почему она нет? Она хилит через колонну, но нужен раньше было, чтобы меньше 60 метров. Трэш, вестнис. Трэш. Давай стоим. Господа, пойдем зачистим этого, убьем волноступ. И, блин. Мы волноступа не убьем в этом рейде. Почему мы не убьем его в этом рейде? Пошли на волноступа, сейчас убьем волноступа, придем обратно сюда. Сейчас будет трэш просто здесь резаться, когда...